В мире насчитывается более 50 видов борщевика. Одни выращиваются как декоративная культура, другие – как кормовая. А с некоторыми ведется постоянная борьба. Они вредны для человека и животных. Особо опасен борщевик сосновского. Он способен вызывать сильные и долго не заживающие ожоги просто от прикосновения к нему. На территории Ленинского городского округа ведется постоянная борьба с этим вредоносным растением. Ну, планируется обработать 25 гектаров на территории Ленинского городского округа. Именно запланирована обработка химическим путем. Вот. Но помимо химической обработки, мы еще и пользуемся механической обработкой. В основном трактора, соответственно, Беларусь. Ну, соответственно, у них там есть соответствующее оборудование, которое позволяет скашивать. Обработали порядка, в общей сложности, порядка 25 гектар. Вот. Планируется обработать еще столько же, как минимум. Будет 3 этапа обработки. На территории Булатникова в этом году запланировано обработать около 10-12 гектаров борщевика. На поле возле поселка Бицы и деревни Вырубово уже частично была ранее проведена химическая обработка. Это заметно по жухлым желтым листьям растений. Он желтеет сразу же, как и ствол, так и листья. И уже на 10-е сутки весь борщевик уже высыхает, выжигается. Максим Моторин не понаслышке знает, что такое борьба с борщевиком. Он работает с мотоопрыскивателями, специальными устройствами под давлением, выдающими струю гербицида. Чтобы обработать 1 гектар борщевика, нужно 100 литров рабочего раствора, то есть понадобится не менее 5 дозаправок бака. Работа опасная, без средств защиты не обойтись. Мы стараемся, конечно, приезжать либо утром рано, когда еще нет никого, либо вот поздно вечером, чтобы избежать контактов с местными жителями. По технологической инструкции обработанная территория, люди не должны находиться после обработки. Нельзя собирать грибы, там, пасти скот. На обработанных территориях коммунальщики ставят таблички с указанием вида гербицида и класса его опасности. Уже через 2 часа там можно находиться, соблюдая меры предосторожности. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.